Я только что тебя тут не был, ты все сожрал? Я вообще-то как бы ужин готовил на двоих. Вот тебе наказание. Теперь летай и перди, понял? Да не в меня перди-то, летай просто так. Злой снеговик! Ты дурак, алло, не кидай стежки в меня. Дебила кусок, зачем у тебя пружина в жопе-то, совсем что ли ненормальный? Вонючие трусы, я не буду это есть. Ты теперь Пиноккио? Они вдвоем летают, летает самолет и пердящий малой. Нормально. Привет! Новый год уже очень скоро, и сегодня мы поиграем в «Малыша в желтом» в рождественскую главу, которая вышла уже давно, но я специально откладывал ее до этого дня. И сегодня мы будем встречать Новый год вместе с Мелким. Это будет реально круто, поэтому скорее ставь лайк, если ты уже готов к Новому году и ждешь своих подарков. Это канал FNAF Play, а я Golden Freddy, сразу погнали играть! Появилась в менюшке отдельная рождественская глава, у нас тут криповый снеговик, я так думаю, будет и страшно, и весело. Сочельник, зимний снег на меху, на моем походу, но чернее ночи приближается. Друг, но не видит очень хорошо. Хорошо и без проблем. Что-то будет страшное, судя по всему. Как прикольно в доме, слушайте, мы прям около елки, а где подарки, я не понял. Я как бы хоть и типа Дед Мороз сегодня вроде бы, да? Я не понял, ты что, тут голубой огонек уже смотришь? Ну-ка пойдем. Подготовьте к Рождеству. А, ужин, давай, посадим тебя, ну-ка сидеть. А чё ты не в новогоднем костюме, я не понял, ну-ка сейчас разберемся, подожди. Чё-то ты вообще подофигел, да? А где твой новогодний костюм, вопрос, шапка? Есть у тебя новогодняя шапка? Прикол. Очень странно. Ты должен быть в новогоднем костюме, мне это не нравится. А, он тут смотрел веселую передачу. Ну да, почти голубой огонек. Блин, прикольно украшен дом, мне нравится. Ты тоже, кстати, украсил дом свой перед Новым годом. Везде мишура, гирлянды, блин. Ну, я тоже пару гирлянд повесил, кстати, чтобы так красивенько смотрелось. Так, время украшения еще не пришло. Так, мы с тобой еще елку будем наряжать, понял? Ты даже не думай свалить. Я один елку наряжать не буду. О, тут нарисовал картиночки. Ё-моё. Взять индейку. Офигеть, а почему? А почему? А почему? Чего она похожа на кусок жопы? Я даже не знаю. Ну ладно, давай, смотри, смотри. Что тебе напоминает это... Вот эта хрень? Что? Скажи, пожалуйста, что? Она похожа на твою жопу, поэтому ладно. Сейчас мы ее запечем вместе с тобой, походу. Подожди, а какую индейку положить? Вот эту или вот... Давай, короче, ты вместе с индейкой пожаришься, проконтролируешь, чтобы она там не подгорела, чтобы она там вот это вот все, да? Так, мне кажется, будет удобно. Смотри, я тебе даю индейку, вот, давай, на. Вот, ага, подожди. Вот, держи. Давай. Проконтролируй, чтобы она не подгорела, понимаешь? Потому что это очень важно. Угу. Вот и все прекрасно. Жарится. Вместе с Мелким. На удивление. Я, слышь, ты там это нормально у тебя все? Ты там смотри, чтобы там не подгорело ничего, понимаешь? Смотри, чтобы все четенько было. Чтобы там эта курочка золотистая, вот это вкусно, аппетитно, прекрасно, понимаешь? Ну, я заготовлю вместе с малым, а чё бы нет. Мне кажется, ему там очень удобно. Давайте нарядим елочку пока что. Ага, прекрасно. Вот это. Не, ну как бы кто не наряжал елку в Новый год? Все же мы наряжали. Я тоже наряжал, и ты наряжал. И мне кажется, каждый из вас наряжал, поэтому это профессиональное. Профессиональный навык уже, знаешь, скилл есть наряжание елок. Все же знают, что типа более маленькие игрушки надо наверх, а более большие надо вниз. Это же, ну, это же логично. Ладно, окей. Главное, если игрушки стеклянные, чтобы их не разбить. А это очень сложно сделать. Нужна звезда. Угу. Ты там нормально у тебя все? У тебя там контролируешь, да? Все, ничего не сгорело? О. В смысле? Ой, я съел печенье. Ну ладно, вкусно вроде. А! Что? У меня печенька свалила. Это нормально? А это печенька из Шрека. Я ее тоже съем. Так, чел, я съел твоих родителей. Ты же не против, да? Блин, мне кажется, он немножко в бешенстве. Ну ладно, я думаю, что печенька уж у меня не убьет. Огнетушитель, кстати, можно было шить чью-то жопу. Возможно, мою горящую, когда что-то начнется. Ну ладно. Пойдем звезду найдем. Блин, ну дом украшен прикольно, мне нравится. Только вот спальня-то не украсили вообще. Все вот как было. О, криповые рисуночки, котики. А это было, да, все? Наверное, да. Ну ладно. Почему-то спальня открыта, я не знаю, должна быть закрыта. О, а вот и чердак сразу же, все открыто, прекрасно. Сейчас мы возьмем звезду. И, кстати... Да ну нафиг, подарок уже? Ну вы же знаете, что надо открывать подарки под елкой в новогоднюю ночь, но я немножко раньше это сделаю, мне можно. Я все-таки Дед Мороз сегодня.
Скоро. В смысле скоро, Походу, мне тоже придется ждать новогодней ночи, чтобы открыть подарок. Ну, ё-моё, ну, короче, жиза, заранее подарки не открыть. Ладно, возьмем звезду. Блин, обидно сейчас стало как-то. Как бы ты знаешь, что тебе подарят подарок на Новый год, и ты такой не можешь его открыть. Я такой, обидно сразу становится. Ну, ладно, ничего поделаешь. Хорошо, хорошо, давайте поставим звезду. Я же дотянусь. Прекрасно. Слушай, Так, сын, я тебе сказал, следи, чтобы не подгорело, алло. Дурачок, блин, туши. Не понял. А где малой? Ты где, ау? Ты где? Мне кажется, он залез в индейку. Ты внутри? Она вся в крапинку, ё-моё. Что с ней случилось? Положите индейку на стол. Подожди, я потерял мелкого. Я сломал игру? Найдите ребенка. Это сложно сделать. Чего? Я только что тебя тут не был, ты все сожрал? Ты охренел? Я обосрался? Как? Как он успел? Я вообще-то как бы ужин готовил на двоих, а не на... Маленький прожорливый утырок. Вот это знаешь, когда все накрыли на стол, и кто-то один все сожрал. Это ненормально, понимаешь? Это не... Ты понимаешь, что я тоже голодный как бы, да? Ты какая... Ладно, подожди, секундочку. Сейчас все будет... Это что? Лифт и кот. Ага, прикольно. Лифт и кот. Интересно. Так, хорошо, хорошо. Давай. Хорошо. Ага. Вот тебе наказание. Теперь летай и перди, понял? Да не в меня перди-то, летай просто так. Так, летай на своей пердящей жопе, на. Заряжаем пердежного мелкого. Нифига, слушай. Мне кажется, ты вырастешь, станешь пердящим суперменом. У тебя хорошо получается. На еще. Ага. На еще. Ну-ка, покажи мне, как надо летать и пердеть. Блин, ну это еще надо научиться. Это скилл должен быть, понимаешь? У тебя нет скилла. Ты плохо пердишь. Ты надо нормально. Ты как бы понимаешь, что ты должен прям жестко летать и пердеть. А еще вот так, смотри. Опа. И еще быстренько. Бомбящий взрыв пердежа. Давай. Да где? Ну не попал в тебя. Ты наказан. Все, перди в углу. Все. Сиди в углу и там перди. Потому что съел всю индейку. Так нечестно. Я тоже хотел похавать, между прочим. Смотри, спрятался. Ля притаился. Так, у меня отнеси... блин, тебе же жопу надо мыть. Ну, ёма. Так, подожди. Ну, ты же знаешь, да, нашу историю. Жопу мыть и надо каждый день. Подожди, жопу мыть. Даже если лень. Хоп. Аквапарк. Тебе же понравилось? Нет? Тебе же всегда нравился аквапарк. Чё ты начинаешь? Найдите костюм. Опа. Нарядим мелкого к Новому году. Нормально. Кого ты играть будешь в детском саду? Снежинку, зайчика или... А, ну скорее, год зайчика же сейчас. Значит, все будут играть зайчика. Прикинь, сколько зайцев будет на новогоднем утреннике в детсаде. Это же обосраться. Просто миллион... Так, зайчика не надо. А где костюм? У него в спальне, наверное, по-любому. Да, смотри, шапка. И все? Ну ладно, только шапку походу. Блин, какая классная у него сказка на ночь. Преисподняя, нормально. А может быть это про исподнее? Ну типа про нижнее белье. Сказка про труселя из ада. Нормально, мне нравится. Так, вот твоя шапка. На, чтоб это уши не замерзли. Все, смотри, новогодний мелкий, ну наконец-то. Ты типа сегодня эльф. Подожди, а если ты эльф, то ты должен летать и пердеть, правильно я понимаю? Да блин, просрал бы... Ладно, бомбани. Почему-то он не бомбанул. Мне кажется, надо его немножко вот так вот снять со стула, потому что... Он прилип к стулу, прекрасно. Бросьте индейку в мусорку. Я сейчас в тебя ее брошу, понял? Сожрал все, бесполезный малой. Еще одна? Мне кажется, это подстава. Мне кажется, вот печенька маленькая, родители, которого я съел, мне кажется, он что-то задумал. Не думаю, что это кончится хорошо, но я пойду, а что делать? Вариантов-то у меня нет. Ну, ё-моё. Я опять заперт в холодосе, ну как? А! Злой снеговик! Ты дур... Алло, не кидай стежки в меня! Злой снеговик, ты с ума сошел? Ага. Ай, больно сейчас было. Злобный снеговик кидает меня...
Так, так, так. Охренеть! Злобный снеговик преследует меня! Ё-моё, это же капец как страшно! Тут хватит так делать, достал уже меня! Ай! Ай! Да я понял, понял! Успокойся ты, ё-моё! Снежки с ним поиграть надо? Так. На. Злой снеговик. На. Играем в снежки со снеговиком, прекрасно. Мне кажется, я смогу победить. На. А-а-а, лошара удела, ну и все, ну и кто тут мастер метания снежков? Конечно же, FNAF Play. Кстати, если у тебя есть снег, и ты уже играл в снежки, напиши, кто выиграл, ты или твой друг. Потому что мало ли, вдруг ты проиграл. Поэтому, чтобы в следующий раз выиграть, надо поставить лайк. Кстати, да, ребят, не забываем в честь Нового года, в честь елки, в честь Деда Мороза и в честь подарков обязательно поставить лайк прямо сейчас под этот видос, потому что если ты поставишь лайк, то ты по-любому получишь самый классный подарок в этом году. Потому что мой канал приносит удачу всем, кто его смотрит, даже тебе. Что ж, надо приготовить индик... А, ну как бы, ты сегодня не будешь, да, контролировать готовку, я так понимаю? Ты сегодня будешь сидеть на стуле. Ну-ка, пойдем. Вот ты какой хитрожоп. Ну ладно, ладно, все, я понял, ты не хочешь. Так, у меня яйцо с ума сошло. Зачем? Да ты взорвал яйцо? А! Чего, блин? Я отвернулся на секунду. А откуда эта коробка? Найдите ручку наверху. Опять какие-то фокусы. Опять какие-то... Вот зачем спальня открытая, ладно. Не нравится мне эта идея, но придется ее осуществить. Я надеюсь, там не марионетка из ФНАФа, потому что это будет совсем перебор. Добро... Ах ты, дебила, кусок! Зачем у тебя пружина в жопе-то совсем, что ли, ненормальный? Эти сюрпризы мне не нравятся, ты понимаешь? Там вон холодильник до сих пор открыт, надо закрыть, кстати. Вот так-то лучше. А там в лифте был кот, может он... Нет, кота тут нет. А если я нажму? Лифт не работает, понимаешь? Лифт не работает, ты все испортил, мелкий, понял? Новый год мне не порть. Блин, да как ты с пружиной в жопе жил, я не понимаю. Это же очень больно, наверное, да? Если ты опять сожрешь всю индейку... Да как... Да хватит! Что с этой индейкой не так? Почему она вылетает так же, как... Ага. Не вздумай. Не вздумай жрать. Не, я слежу за тобой. Я слежу. Я слежу. Попался! Только не вздумай сажать, все понял? Сейчас я сяду, подожди. Ага. Все, встречаем. Ты... Чего? Когда тут сел игрушек расстать? Вонючие трусы! Я не буду это есть! Ты охренел? Почему я должен жрать вонючие трусы, а ты... успокойся. Блин, больно же было. Ты дурачок, нет? Мы с тобой нормально общались. О, ну ладно, подарки. Вот подарки я люблю. Так, какой это? Ну, конечно же, я Golden Freddy, открою желтый подарок. Это не смешно. Это не смешно. Почему коробка пустая? Я думал, там PlayStation 5. Алло, ты мне обещал? Обещал. Кто тут Дед Мороз, ты или я? Ну ладно, давайте откроем белый. Опа, ну и кто тут попал? На нахрен. Ты теперь Пиноккио? Ленормаз, да? Давай прямо в глаз. Оп, оп. Тебе не нравится или нравится? Я не понимаю. Тебе или нравится, я не знаю. Фиг его. Теперь ты весь типа в бегудях. Тебе понравилось? По-моему, классная игра, да? Ну что тебе не нравится опять? Ну ладно, ладно, все, успокойся. Да не буду я больше сейчас стрелять. Давай так. Самолет. А почему в желтом ничего? Там может что-то было, упало просто. Нет, там вообще ничего не было. Капец, обидно. А как? Лети. Ой, он летает. Он реально. Он прям летает. Слушай, я нашел тебе компанию, чтобы летать и пердеть, но ты почему-то привязан к стулу, я не могу. Куда он делся? Куда? Не понял. А где он? Самолет что, улетел? Куда? Куда? Малой, куда дел самолет? Так, ладно, окей. Видимо, его похитили инопланетяне. Хорошо, последний подарок.
Вау, машинка! Блин, прикольно. Мне кажется, кому-то из вас по-любому подарят машинку на радиоуправление. А почему он трансформер? Я не трансформируйся! Это же блин, как он? А, я не помню, как зовут трансформера желтого из трансформеров. Я реально не помню. Я помню, что на Б. Bubble B. Короче, Биба и Боба, не знаю. Почему они трансформируются? Трансформируй машинку. Вот это было весело, да? Поиграли. Знаешь что? Знаешь что? Смотри, у меня есть ты, у меня есть самолет. Смотри, запускаем самолет, и теперь у тебя компания по пердежным полетам активирована. Поехали. Самолет очень лети. Они вдвоем летают. Летает самолет и пердящий малой. Нормально. Тебе понравилось? Мне кажется... Все, припарковались. Ну вот, видишь, и наигрались, и игрушки поиграли, и все сделали красиво. Почему-то подарок мой был пустой. Это было нечестно. Уложить малыша, да без проблем. Да без проблем, маленькая светящаяся жопа. Сейчас мы тебя уложим. С одной левой. Ага. Я не буду тебе ничего читать. Игрушку. Ну вот эту на. А какую тебе надо игрушку? Вот эту? Серьезно? Я угадал. О, это изи. А, выйди. Ну ладно, я выхожу. Все. А, свет выключаем? Не выключаем. Ну ладно, сиди со светом, значит. Сиди со светом, спи, пока. Я пошел отмечать Новый год без тебя. Потому что ты козел. Пойду посмотрю голубой огонек. Срач я убирать не буду, это как бы Новый год. Поэтому убирать срач надо с утра, а не сейчас. Поехали. Посмотрим телек. Не понял. Телевизор сломался. Что? Кот? Мне кажется, у меня глюки. Надо было меньше пить на Новый год. Куда делся кот? Это очень странная фигня. Интересно, где этот кот теперь, действительно? Куда он мог уйти? Он сожрал все. Кот, ты что? О, смотри-ка, следы. Кися, 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 подожди. Он реально пошел. Все-таки подарок открывается, да? Ага, мы сейчас вместе с котиком откроем подарок. Вот это будет классно. Новый год наступает, красота. Новый год наступает, на Play подарки открывает. Вау. Неужели мы увидим демо-версию новой игры? Ну, типа. Офигеть, по-моему, не увидим. Так, нас засасывает. Нас, блин, засасывает в картину. Это ненормально. Пацан, тебя почему не засасывает? Ай. У меня опять одному страдать. Подарки теперь доступны во всех глав. В смысле, меня засало в картину? А где демо-версия? Веселых праздников. Сезонный контент теперь доступен во всех главах. Узнайте, откуда, куда вас ведет черная кошка в марте 20... Не на февраль, март. Ага, через 3 месяца после Нового года. Нормально. Перейдите на ночной. Куда? Какой ночной? Ночной что? А, просто, просто. Короче, ну прикольно, прикольно, мне понравилось. Чисто новогоднее настроение максимального уровня после этой игры. Надеюсь, и у тебя тоже. Очень прикольная новогодняя глава, чисто все по-новогоднему и даже появилось новогоднее настроение еще и перед Новым годом, надеюсь, и у тебя тоже, и ты уже поставил свой новогодний лайк. В общем, ждем новую игру от этих же разработчиков в марте 2023 года и обязательно в нее поиграем. А сейчас, друзья, всех с наступающим Новым годом, всем удачи и всем пока!